этом году у нас очень интересная, насыщенная программа. Настолько интересная, что мы сами в предвкушении того, что же все-таки получится в итоге. Мы удивим наших гостей, потому что то, что приготовили в эту ночь, гости не видели еще, не видели ни в 2018 году, ни в 2017, ни в 2016 году. Сразу три знаковых события, которым посвящена Ночь музеев. Это год театра в России, 140-летие со дня рождения Павла Петровича Бажова и 280-летие Северского трубного завода. И вот этим трем событиям будет посвящена работа всех площадок. Ну, начну прежде всего с того, что музей будет работать с 8 вечера до часу ночи. Прийти можно в любое удобное время. Кто любит посветлее, лучше прийти в 8-9 вечера. Особенно мы порекомендуем это время тем, кто приходит с детьми. Ну, а кто любит уже более такой романтический фон, мы рекомендуем прийти уже после 10. Какие у нас будут площадки? Как будет построена сама программа? Практически все площадки будут в закольцовке, то есть в любое время их можно будет увидеть. Но те, кто хотят увидеть выступление творческих коллективов Дворца культуры и города Полевского в очень интересной программе «Театрально-музыкальный вечер», который называется «В той заводской стороне», могут подойти к 8 часам, ровно к 8, к открытию, и полтора часа наслаждаться вот этой театральной постановкой. Она будет прямо на площади нашего музея. После этого на сцену выйдет коллектив «Булгаков и джаз» из города Екатеринбурга, который представит джазовые ритмы, и мы будем наслаждаться выступлением этого коллектива до 11:30. Какие у нас в этом году будут представлены выставки? У Плотины, там, где у нас когда-то был кинотеатр, полюбившийся и запомнившийся многим полевчанам и заводчанам, в этом году совершенно другой контент. Там у нас работает выставка, называется она «Демиурги». Внимание у гостей будут представлены 10 удивительных ростовых фигур художника Алексея Рыжкова из города Екатеринбурга, разработанных по авторскому заказу. Совершенно удивительные работы, подобных вы нигде не найдете и не увидите. И я не буду даже вдаваться в подробности, что конкретно это будет изображать, потому что это действительно сюрприз. Итак, после демиургов можно будет посмотреть выставки в экспозиционном зале нашего музея. В этом году там их много. Прежде всего, это выставка Владимира Андреевича Пилипенко, которая называется «Металл как искусство». В центре зала вниманию зрителей предстанет идол африканских племен, различные изделия из металла, из Китая, Тибета, Индии. Гости увидят, например, лампу Аладдина. То есть это такие вещи, которые выставляются, экспонируются вообще впервые из этой коллекции. Полевской увидит их первыми. После этого мы всех приглашаем в удивительный темный коридор. В этом темном коридоре в экспозиционном зале вы увидите выставку «Я металл» фотохудожницы из города Полевского Алины Ивановой, которая представляет очень интересный фотопроект, где принимают в основном участие работники Северского трубного завода, где каждый участник олицетворяет тот или иной металл – медь, бронза, чугун, сталь. Давайте на секундочку представим, что металл живой. Какая у него душа? Что этот металл помнит? О чем он думает? Что он чувствует? Как он может выглядеть в человеческом обличье? Очень интригующая, потрясающая получилась выставка, и мы всех приглашаем в нее окунуться. Еще в экспозиционном зале у нас будет работать выставка «Кузнечных дел мастер» кузнеца Виктора Слепухина. Это известный кузнец в городе Полевском. И параллельно с этой выставкой выставка, посвященная 140-летию со дня рождения Павла Петровича Бажова. Ну и также, конечно, мы подготовили для вас новую инсталляцию в помещении привода прокатного стана. Это совершенно будет такое фееричное действие, потому что, по сути, мы создадим иллюзию вращения нашего махового колеса и дополнением таким эмоциональным к этому вращению будут служить строки из книг Алексея Иванова, которые словно проступят на старом кирпиче. Конечно, в зале будет, как всегда, работать сувенирная лавка с различным ассортиментом сувениров. Ну и самое главное, наверное, интрига этой ночи музеев – что же ждет гостей в доменном цехе? Доменный цех, конечно, главная площадка, так было всегда и так, наверное, будет. В помещении паровой воздуходувной машины мы впервые в этом году тоже размещаем экспозицию. Наши гости, наверное, помнят, в том году там были ожившие картины на стене. В этом году там будет выставка с очень таким интригующим названием «Железное дело». Ее представляет кузнец Алексей Потаскуев из города Екатеринбурга. Это вообще один из лучших кузнецов Свердловской области. Алексей
представить там удивительные свои работы. Некоторые из них уже показывались в музее города Екатеринбурга, а две из них были сделаны специально для нашей Ночи музеев. Не буду раскрывать секрет, что это такое. Я думаю, что наши гости очень сильно удивятся, это увидев, поэтому всех туда приглашаем. Ну и Литейный двор доменного цеха. Конечно, инсталляция, которая в этом году называется «Память места». И в этом году у нас такое глобальное изменение самого контента, самого видения того, как это может происходить. Историю нам будет рассказывать не сама доменная печь, а стены Литейного двора. Должно получиться очень интересно, очень интригующе. Самое главное, что это современные технологии в области интерьерного видеомэппинга. Это те технологии, которые знакомы жителям крупных, больших городов, но не знакомы совершенно жителям маленьких городов. И, конечно, то, что Северский трубный завод дает такую возможность это увидеть, это большой подарок. Ну и вся эта инсталляция, она будет дополнена игрой актеров, коими, опять же, являются работники Северского трубного завода. Ну и помимо этого, я такую маленькую изюминку вам скажу. В этом году мы с вами представим, что словно Ночи музеев произошли те самые чудеса в классическом понимании Ночи музеев, которые происходят во всем мире 18 мая. А что это? Мы все с вами помним фильм «Ночь музеев». В Ночь музеев оживают экспонаты, они вдруг становятся живыми, и это, наверное, самое главное и мистическое такое содержание этой акции. Поэтому в этом году люди увидят персонажей из далекого прошлого, с которыми в сегодняшнем дне они не смогли бы увидеться. Но эти персонажи, они пришли специально на Ночь музеев, они словно ожили, сошли со старых картин, со старых книг, для того, чтобы повстречаться с гостями этой ночи.